Друзья, всем привет! Я хочу в город Ангарск для того, чтобы круто потренироваться. Вы со мной? Тогда погнали! Мы живем спортом не для того, чтобы слабым бить морду. Мы живем. Городу Ангарску привет! Мы уже здесь. Сейчас я нахожусь возле фитнес-клуба World Class. Сюда я заезжал для того, чтобы забрать подарки для вас. Это две карты будут разыграны на открытой тренировке. Также будет разыграно спортивное питание от компании Natural Nutritional. В общем, друзья, я уже все забрал. В принципе, все готово. Сейчас будем искать ту самую площадку для воркаута. Мы живем спортом не для того, чтобы слабым бить морду. Ширина хвата определяется тем, допустим, если вам уже тяжело как бы держаться полной кистью, то значит слишком широкий хват. То есть хват должен быть оптимальный такой, чтобы было полностью, чтобы вы могли полностью схватиться. Подтягивайте до груди. То есть до этого уровня, не до подбородка. Мы живем спортом не для того, чтобы слабым бить морду. Мы живем спортом, вместо алкоголя потреблять. Мы основное здесь это сделать наклон вперед и поджать ноги к себе. Вот поджимаетесь вниз, выжимаете себя вверх. Мы живем спортом, не пытаемся. Получилось? Все выполнили? Сейчас сделаем крайний суперсет и потом расскажу о каждом упражнении, почему именно так строится программа тренировок на турниках. Внести это в моду, мы этим живем, чувствуем. Давайте еще раз рассчитаемся на первые. Первый, второй, третий, четвертый тогда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, первый, 32-й, 33-й, 34-й. Так, смотрите, нас 34 человека. Получается, каждый свой номер запомнил, правильно? Сейчас будем с помощью генератора случайных чисел генерировать случайное число. Начинаем мы с третьего места. То есть за третье место сегодня дарим от компании Natural Nutritional шоколадный протеин. Не знаю, сколько здесь грамм получается. В общем, наверное, полкилограмма протеина. Получается 34 человека. Вот генерирую номер 6. Кто шестой? Красавчик. Так, сейчас за второе место. За второе место у нас средняя банка протеина. Какого она больше? 1 килограмм. Она как раз 1 килограмм. Также 34 человека, нажимаю сгенерировать. У нас получается... Так, у нас получается 3. Номер 3. Поздравляю тебя. И за первое место большую банку протеина от компании Natural Nutritional. Смотрите, сгенерировать получается у нас... Так. Сейчас. Это 5, там 2. Так, номер 6 у нас уже был. Номер 31. 31 номер. Поздравляю тебя. Держи. Так, Игорюха. Да из-за футболки UFC я тебе говорю. Первый абонемент достается номеру 19. Да, идет. Так. Стой, подожди, давай сфотографируемся. Не поверят. Так, и еще один абонемент у нас уходит номеру 1. Поздравляю. Жи. Сейчас, подожди, сфотографируемся. Раз, два, три. Гориллас! Все, всем спасибо за тренировку. Не за что. Все, потренировались. Можно ехать поесть, я думаю, и отправляться домой. Не думаю, что прям часто, но может быть следующим летом приеду. Андрей, вопрос, сколько тебе лет? 24. 24. Мы живем спортом не для того, чтобы слабым бить морду. Мы живем спортом, вместо алкоголя потребляя чистую воду. Мы живем спортом, не пытаемся внести это в моду. Мы этим живем, чувствуем свободу. Каждое утро отношусь к себе строго, начиная с бега в любое время года, чтобы тело вспотело, к нагрузкам было готово. Бегать очень важно, берем за основу, повторяя изо дня в день, снова и снова. Дальше упражнения. Что мчим? Домой? Но сначала необходимо поесть.
Еще раз хочу сказать городу Ангарску большое спасибо. Друзья, вы очень крутые. Я не ожидал, что со столь маленького города придет столько народу. Было 35 человек. И это на самом деле очень круто, что город настолько спортивный. Друзья, вы все молодцы. Все очень круто потренировались. Я раздарил вам подарки. Всем еще раз большое спасибо. Такова природа движения. Гориллос найдет место рекордом. Чтобы ты стал такой чуточку гордый в отличной форме, как Аполлон. Хоть рядом открывай красоты салон. Впереди зима.